Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. Турист снимал свой сплав по реке, когда краем глаза заметил движение позади лодки. Он повернул объектив и замер, в кадре появилось непохожее на человека существо. Создание медленно брело по воде. Эдди Ви сплавлялся по реке Касс в западном Мичигане. Мужчина собирался как следует отдохнуть от городской суеты и поэтому выбрал один из самых отдаленных уголков штата. Сплав проходил в штатном режиме, пока турист не добрался до речного брода. Здесь он решил остановиться на несколько минут, чтобы снять окружающую природу. В этот момент и появилось странное, полностью покрытое шерстью или волосами создание неповоротливая фигура медленно брела по воде, с одного берега на другой. Она сжимала в руках еще что-то, похожее на детеныша. Каякеру оставалось только вести себя как можно тише, и продолжать снимать, существо его до поры не замечало. Я был настолько испуган, что даже думать не хочу о природе этого создания. Думаю переехать из штата, написал Эдди в соцсетях под роликом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.